Эммануэль Макрон. Эммануэль Макрон назвал нас отвратительными, циничными и безответственными. Наши СМИ стали спрашивать: «Вы слышали, что сказал Макрон? Говорит, мы безответственные, как стыдно». Безответственные, Макрон. Это те, кто разбомбил Ливию, потому что их раздражали привилегированные отношения Италии с Каддафи в сфере энергетики. Безответственные. Это те, кто подверг нас хаосу нелегальной миграции, в котором мы сейчас находимся. Циники, Макрон. Это французы, которые при помощи полиции высылают мигрантов на лодках в нашу Вентимилью. Но прежде всего, будем называть вещи своими именами. Отвратительные. Это те, кто, как и Франция, продолжает эксплуатировать Африку, печатая деньги для 14 африканских государств на условиях сеньоража и вынуждает африканских детей вкалывать на своих рудниках, как, например, в Нигере, где Франция извлекает 30% урановой руды для работы своих атомных электростанций, пока 90% нигерийцев живет без электричества. Не надо нам читать нотации, Макрон. Люди бегут из Африки от вас. И решать эту проблему нужно не завозом африканцев в Европу, а освобождением Африки от таких вот европейцев. Не надо нам нравоучений. Это понятно? Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.